На другой день молодая мать отправилась со своими птенцами на птичий двор. Их надо было ввести в общество. И вдобавок красавица. Красоты мне не нужно, я все равно ничего не вижу. А вот то, что она мало ест, мне нравится. И все согласились с тем, что это достойная награда за ее верную службу. Ну что же там? Я сгораю от нетерпения. Самый настоящий соловей. Какая серость. Осторожнее! Вы наступили на ткань! Извините! Эй! Разве вы не видите, здесь разложена материя для панталон! О! А здесь для чулок! Неужели нельзя смотреть под ноги? Ах, простите, я без очков не вижу!